Информация о курсе валют. На сегодня, по данным Нацбанка, американский доллар на прежнем уровне 185 тенге 80 тиенов. Евро опустился до отметки 201 тенге 28 тиенов. Рубль тоже подешевел до 3,61. А вот британский фунт стерлингов стал дороже. Сегодня он стоит 281 тенге 34 тиена. Китайский юань ослабил свои позиции до 29,88 тенге.